Друзья, здравия намаскар. Сегодня у нас версия Desktop Telegram. И я хочу показать вам функции того, как мы можем копировать изображения и помещать их прямо вот в наш Telegram-канал. Наш Telegram-канал, группируя эти сообщения. То есть не по одной, а сразу кучка 10 штучек вместе. Окей, это то, что дает сегодня возможность у нас телеграм-канал группами 10 штучек. Значит, итак, у нас с вами, мы берем с вами вот эти изображения. И копируем сюда. Вот у нас одно изображение. Кстати, когда берем compressed image, compressed, это значит, она будет у вас самого лучшего качества. Если вы берете uncompressed, тогда будет качество похуже. Следующий image. Копируем. И что мы делаем? Сюда кликаем, сюда, тут decaption, да? Тут decaption, вот здесь вот видно, да? Видно вам. Сюда кликаем и делаем Ctrl-V. И у нас автоматически добавляется это изображение сюда в списочек. И так, в принципе, эти все изображения у нас до 10 мы так можем делать с вами в одном пакете. И вот так продолжайте. То есть набирайте столько, сколько вам нужно. В один пакет, вот в пакет идет максимум 10. Okay. Все, что больше 10, оно уже будет отдельно идти по одному изображению. Итак, мы набрали. И после того, когда вы набрали вот этих 10 имиджей, или сколько вам нужно, пишите caption, да, и нажимаете отправить. Вуаля, и мы видим, что вот у нас все эти изображения, они группированы. Очень удобно, очень прекрасно работать с такими группами, они не занимают много места, и пожалуйста, замечательно. Ну вот, друзья, вот такая функция у нас прекрасная, группировки изображений в Desktop Telegram версии Desktop Telegram версии. С вами Ярослав Мудрованцов, Академия отношений Ведадум и тренинг центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Друзья, если кому интересны вопросы саморазвития, семейные отношения, предназначение, добро пожаловать вот в наш канал Telegram Ведадум. Welcome. Мы делимся тем, как развиваться, совершенствоваться и находить лучшее в жизни, радуясь, исполняя свое предназначение. Всем любви и радости, друзья, живите в благости. Намаскар.